спортплощадки, зоны отдыха, цветники и экопарковки. Все это может появиться во дворе обычной многоэтажки. В Чебоксарах продолжается программа благоустройства территорий. На днях работы начались во дворе по улице Текстильщиков и переулку Комбинатскому. Здесь будет две спортивные площадки, три детские площадки, две экопарковки и одна смежная парковка. Существующее асфальтобетонное покрытие подлежит ремонту, но не в полном объеме, а согласно проекту будет 70%. То, что эту площадку необходимо привести в порядок, решили сами жители. В декабре 2016 года включились в программу развития общественной инфраструктуры, основанную на местных инициативах. Провели общее собрание, подготовили документы. Мы же все здесь очень дружно живем, в этих 5 домах. Живет очень много ветеранов, мы общаемся и знаем, что мы хотим, чтобы здесь был общий, хороший, очень красивый, благоустроенный двор. Но мы сами этот проект разрабатывали. Мы объяснили то, что мы хотим. Нам помогли разобраться с тем, что у нас творится с коммуникациями под нашей территорией и что конкретно где мы можем поставить. Причем жильцы оплатили всего 5% от всей суммы. Стоимость проекта где-то 5 800 000. Здесь, конечно же, средства населения. Население участвует 6 домов в микрорайоне. Порядка 475 жителей проживает в данном микрорайоне. Соответственно, они заплатят порядка 286 тысяч – это средства населения. Потом местный бюджет, бюджет города Чебоксара – более 5 миллионов. И остальные бюджеты республики. Галина Титарчук, Алина Сусметова, Валерий Резюков. Республика.